Всем привет, с вами Саня. Офигеть, вот это офигеть. Мы поставили мод. Всем привет. На графику, и, да, как видите, немного что-то изменилось. Да, многие уже говорили, что надо какой-то мод поставить, поставьте мод. Мы поставили, вот. Вот но мы смотрите просто теперь. Сами офигеваем Теперь вот над этим смотрите. модом. Вот это вот вообще мешает сейчас. Для полной Блин, я в красоты. шоке. Я просто в шоке. Я просто в Что шоке. говорить? Это мы О, как же а ну раньше без этого... стань У нас сюда. кони убегают. Встань сюда. И чё? А, тени. Я могу сейчас тени посмотреть, Я так, хочу получается. посмотреть, есть ли у тебя отражение от воды. А я сейчас не Есть! вижу. А я не вижу. А ну посмотри на А, я мое. вижу, 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 На мое вижу. посмотри. Вижу, вижу. Работает. Офигеть. Ой. Нам нужно строить, короче, убежище для наших лошадей. Они уже уходят, смотри, куда они уже ушли. Да мы за ними придем. Знаешь, даже строить не хочется. Хочешь, знаешь, так сесть и посмотреть. Ой, у меня столько ресурсов, надо все домой положить, а то... А у меня что, у меня какой-то печеный карту... А, кстати, у меня же еще этот стоит, Сиранхелия, вот этот вот. Сиранхелия? Ну как он там называется, Сирабхелия? В общем, текстурпак такой тоже. А у Саня, так понял, сейчас стандартный стоит. Какой стандартный? У меня стоит, который и был. Медивал, 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 медивал. Так, мне придется к новому привыкать немножечко еще так, тушеные грибы, сахарный тростник. Так, нам нужно сделать это. Морковка. Нам нужно сделать стрелы топор. Надо топор. Так, а с чего мы будем делать это убежище для лошадей? Я думаю, с этого, с досок. С досок? Да, с досок. Стандартно. Надо сделать себе эти. О, топор один поломанный есть уже. Кстати, у нас карта, если мы можем ее с собой брать. Да не, она там маленькая карта, если честно. Ну, увидеть хотя бы, что там, да. Да, в общем, не, карта тут, если ты карту сделал, то будет местность та, которую ты сделал, в общем. Будет вроде бы. Не знаю. Так, о, как-то так все, не знаю, непривычно немножко, вообще жесть. Так, железный меч. Так. Тебе сделать топор? Давай. Я привыкаю. Сейчас. Так, палочки надо сложить сюда, кости какие-то. Забор зачем-то. Паучий глаз. Паучий глаз пусть будет, он нам теперь нужен. Нам бы слизь найти. Вот. Это попозже. Из одной жизни можно... Раз. Сделать две эти. О, как тут немножко посветело и пропало. Сразу что-то. Миха? Да? Ты так просто замолчал? Я не знаю. Я просто, знаешь, так смотрю, все, смотрю. Так надо. Блин, прикольно. Да, так вообще офигеть все. Ты ё-мо, я не знаю почему, но почему-то шапка и ноги не отличаются алмазной от железной брони. Не знаю, в чем прикол. Вау. Потом немножко... Ну тут как бы... О боже мой. Арбузы растут. Тихо, ты топчи, бля, муха. А мне все потемнело. У меня экран потемнел. Прикольно. У меня экран бывает дурной. Она что-то отрубается. Может ты себе просто поставил какую-то херню? У меня давно уже он... Добывай... Дерево. Короче, дерево. Дерево, рыбный суп. Любое? Ну можно, в принципе, любое. Вот там вот у нас дерево, недалеко от лошади будет, короче, добывать. Одну лошадь вижу, а вторая где? А ушла? А у второй есть. А вторая это моя с броней, да-да-да. Вот она. А мне, кстати, тоже надо броню надеть. Да пусть будет, пусть стоят. Стойте здесь, никуда не уходите. Саня. Что? Листья шевелятся. Ну да. Листья на дереве шевелятся. Вообще. Я что-то пока не замечаю, пока нет. Кого? Листья? У меня не шевелится, что-то. У меня шевелится. На тропическом дереве что-то не шевелится. А вот на обычных деревьях у меня шевелится. А на тропическом нет, я не проверял. Может шерсть еще этой? Ну, в общем, если вам такое нравится, пишите, пожалуйста, в комментариях. Саня, на тропическом не шевелится у меня тоже. А да, вижу, шевелится. Прикольно, так трава еще шевелится, такая тень. Теперь у нас тут тень. Ну, все классно выглядит. И солнце, знаешь, так через эти листья просвечивает, блин. Да ё-моё, всё, мы с вами какие-то графодрочеры стали. Не, ну вообще, Майнкрафт как будто изменился полностью.
Я сам с тобой, я с тобой очень согласен, потому что я еще привыкнуть даже к этому пока не могу. Вообще, Особо. случайно на, ну, нашел этот мод, как-то оптифон. Ну, конечно, он, все про него знают, но мы, как обычно, ничего не знаем нормально. Ну, конечно, мы с тобой же не особо И, таким. в общем, я как увидел, я просто охренел, какие тут тени. Мы давно хотели с тенями как-то Майнкрафт играть. Офигеть, даже туалет красивый стал. Толчок красивый какой вообще. Так, Толчок ко всему. ну, я нарубил дерево. Я думаю, хватит пока. Но мы с тобой особо большой не будем срубить, ничего не Конечно куда-то. нет, но там надо будет свет Нам провести, а две то еще лошади, зомбаки блин. появятся, убьют нафиг. Давай вот где-то здесь построим, я думаю. Да, давай. Возле дома. А у тебя дубовые, да, ведь доски-то? А то у нас может сразу Сейчас у доски будут. меня Блин, а у меня дубовые. И как? не знаю. А пофиг. Это будет фундамент. Это будет фундамент, Миха. Меня дубовых дофига, у меня Не, шесть. это. Я говорю, это будет фундамент. У меня. Фундамент? Убер, Как? убирай это, убирай. А почему? А, это. Блин, А, то есть точно. тропический фундамент, а это А, сверху дубовый, подожди. да? Так, пойду я пока, знаешь, специальные двери для них, что ли, сделаю. А то как Ну ты они, бы блин. фундамент поставил, а потом бы я двери, блин. Так, сделать калитку. В общем, чтобы они туда проходили. А нам двери, чтобы мы туда заходили. Во. А то мало ли. А ты пока Буль-буль-буль-буль-буль. делай там. Так ты фундамент не поставил, а у меня Это не тропический, где у меня фундамент, там? это вообще не надо. Зачем нам фундамент? Вообще. Вот Держи. это вот что такое? Охрена вообще. Главное, мы ее сломал и ушел. А я должен потом снова ставить все это дело и твою еще рушить. Да. Ну, Саня, ну. Мы же с тобой, Миха, развелись. Развелись как кролики, блин. Так, подожди, Кролик, дубовые который доски. умер. Как тут сочный. Сочный, хороший. Как делается калитка, я забыл. А, он вспомнил. А, ты че, 6-6 штук этих ставишь? Я А, не, калитку не делаю. калитка, не калитка, это дверь Я была. понял. Лошадь ходит туда-сюда. Охренела она. Главное, что еще не уходит. Двери, ну, будут. Пусть. И думаю, одной калитки. Не, может, две калитки поставить? Как думаешь? Не знаю, Ладно, пусть будет. калитка в конюшне. Но чтобы они туда проходили. А они будут как дверь такой, разъем как Мы вообще двери. высоко будем конюшню делать? Ну так, чтобы они влезли. Но они по-любому влезут. Я думаю, еще один блок, это будет крыша уже. Не, выше идет только Ну, я крыша. сейчас тогда... А крышу потом сделаю сейчас. Я думаю, что у меня не хватит почему-то любого досок. Так, я думаю, вот здесь. Воды, мне кажется, им по-любому надо будет сюда как-то принести. Окна будут? Окна можно будет придумать. Или как в обычной конюшне, О! даже окон не будет. Блин. Смотри теперь. Хопа. Вот сюда можно будет за их за... И вот, нормально. Ой, я даже еще не могу как-то, знаешь, освоиться даже не могу еще в этом всем. Жесть, ой, жесть Опа! какая-то. Знаешь, как вот непривычно из-за того, что все двигается, что-то там плавает. Плавает. Тени передвигаются, блин. Курицы там Ой, тут земля! плавают в воде. Так, земля. Ой, земля, земля. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминате. Пойду я пока по факела, что Так, у ли, меня может. дубовые доски кончились. Дубовые? Ага. У меня их вообще мало. Иди пока дубовые доски добудь. Принеси, подай, иди нафиг не мешай, да? Так, пойдем лучше. Сейчас. А, сейчас будет ночь. Пошли лучше спать Да сейчас еще будем. нету. Мне Сейчас сейчас я быстро уже солнце нарублю. садится. А, ну Ночь не окей. села. А я пока что-то. Что там можно еще взять? Так, возьму стекло. Так, это колбочки. Или я все стекло перевел на колбы. Это дуб, да? Так, песок пока поставлю. Так, буду сейчас стекло искать. Это черная шерсть, булыжник, двери из акации, ведро, морковка, Бедро? бедро, морковку, капусту. Так, а где Михаил? Я дуб добываю, ты что?
Черная шерсть, черная шерсть. Так, а темнеет тем временем, темнеет. Ну, потом будет у тебя серию глянуть. Текстурпаком как выглядит, тоже все. Ну зачем? У меня же другое немножко. Мне интересно, как там все это тоже двигается, все это. Ой, уже ночь, тем уже луна вышла. Чё ж мне не говоришь, уже луна вышла? Я сплю. У меня же в лесу темно тоже. Вот это офигеть. Извините, что я так удивляюсь прям. Классно, с окна так свет идет. Я просто иду и такой, знаешь, дом так светится, как будто ангельский такой дом. Классно, с окна свет идет такой. Так, почти пришел. Арбузная моя ферма растет. Блин, луна в воде отсвечивается. Миха, давай быстрее. Да иду, иду. Все, иду, иду. Все, все, ладно. Буду думать, что я не графика не нравится. Я так буду думать. Потому что если я на нее смотрю, то я сразу не могу на нее не смотреть. Представь, что это обычный график, который всегда есть. Представь, что сейчас ты получишь. Чего? По голове. Почему мне подсолнухи летают? Ну не летают, а там как-то странно они немножко. А как делается стекло потоньше? Я забыл. А ты же делал. Ну это давно было. Не знаю. Я забыл, как делается стекло потоньше. Может переплавить надо типа стекло, я не знаю. Ай, пусть будет такое стекло потолще. Ну его в бане, я не хочу мучиться. Так, ладно, я дубовые доски тогда наделал, сейчас. Я пока возьму еще факела. О! А вот тут еще дубовая доска есть. Так, это огненный порошок. Это факельный порошок. Факельный. Драгдраган ходит где-то, как этот, как алкаш какой-то. Да ё-моё. Миха, зачем ты пил чай сегодня? Вспомнил, как я видел у тебя алканавт, это такой пьешь чай. А, я там чай пью. Ух, хороший чай. Надо же было в роли входить. Ух, хороший чай. Когда, в общем, когда они пили, тогда и я пил. Вот. Нет, это тут. А это что вот такое вот? Тут будет стекла какие? Ну где-то будет стекла, где-то не будет стекла, потому что где-то будет нормально, где-то будет дебильно. Ну кто тут ставит какую-то фигню? Так ты и ставишь. Вот так, прикольно будет, кстати. Во! О, отлично. Ну на крышу хватит у меня. Я думаю, даже, да. Наверное, еще и останется. Будем как-то крышу класс обделать или оставим так, как есть? Крышу делаем полностью. Ну, я имею в виду, вот, то есть, там, так же, как у нас, вот, на доме. А, не, не будем делать, ты чё? Такую оставим. Я думаю, такую оставим. А, можно вот так вот сделать. Блин. Так. Немного несимметрично, но ладно. Вода. Все, теперь вода есть. Им. Смотри, вода так. Они пьют вообще? А я не знаю, но пусть будет, я думаю, потому что мало ли сдохнут. Будем еще пол обделать как-нибудь. Пол нет, тут пол нет. Трава. Тут трава растет, а я. Они жрут, они, да? Они, наверное, жрут. Ну ладно. Ну что, будем загонять или. Давай еще. Или будем кататься на них. Давай давай. А, можно их завести лучше. Подожди, мне надо броню будет надеть на них. Вот. А, у меня на ней есть. Ставь пока эту броню, обычную. У меня обычно броня стоит, но я хочу. Ем броню. А ну заеду. А ты не раскрыл это полностью, не? А, давай. Ну чё, не заезжает, что ли? Давай, не заезжает, прикинь. Ну а чё делать? А если в дверь? Заедет?
Она как это... просто мы... А, стекло, ты чё, встань. А ну если стекло убрать? Убрай. Заедет? Нет? Если тут убрать? Да ты ж не знаю. Нет. Ну не, не. Чё-то не то. Ой, извини. Ты что делаешь-то? Топором хлестанул лошадь. Есть идея. Так, где она? Где она? А, во, вижу. Сзади. Немного жизни мало у нее. О, черт. А кормить надо, наверное. Она покормит. Сейчас покормлю ее. Морковкой вроде бы. Она морковку есть вроде бы. Она пшеницу, морковку вроде. Или уже не покормишь. А, или она когда ты... Не, не знаю, не могу что-то покормить, странно. Сразу сажусь на нее. Да заезжа. О! Она не выходи. Упал. Короче. А чё, когда я с нее схожу, мне больно. А может тут лучше вот такой сделать? А давай. О, сделаем. Точно! Даже а нормально. Наверх вот тут фигня, где эти стекла, которые ты ставил? Не, стекла, я думаю, не надо, потому что не проедем. А как, а тут. Да, да, проверим. Стой. А я знаю, что поставить. Не проедем, вот про. Я проверю, подожди. Окей. Ой, блин, я чуть не сдох. А если калитку сверху поставить? Тысяч, 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 блин. Во, и знаешь, нажал и открылось, чтобы проехать. Забыл его тысяч, тысяч, тысяч. Пошли. Мне надо броню взять нормально. Тоже хочу железную. На лошадь поставить. Там где-то золотая была. Ой, как я золотой, да, у меня золотой, у меня нагрудник. Пусть будет золотая у нее броня. Ой, блин. Что такое? А, надо разную броню поставить, чтобы не путаться. У меня железная, ты поставь себе золотую. Да, золотую сейчас я ее достану. А, нашел я. Алмазную лучше на что-то другое. Алмазную лучше пока приберечь, не знаю. Это да. Что-то мне кажется, лучше какую-нибудь лучше получше коней найдем, какую-нибудь вообще красивых прям. Черный, блин, какой-нибудь. Черный помидор. Так, что сейчас будем делать? Я буду менять броню. Так, нам нужно, кстати, с пшеницы можно сделать какой-то блок пшеницы именно. И можно, может, им хватит блока пшеницы. Так, как там ему надевать броню, я забыл. А, ты садишься не на него, и там нажимаешь Е, вроде бы. А, ага. Е. Ага, да, точно. Так. Нам, давай, в общем, ферму обустраиваем, чтобы нам пшеницу. Ну, я там только арбузы, надо другую еще делать. Давай другую ферму сделаем. Нам нужно пшеницу иногда, конечно. Арбузы не убирай, то пускай будут. Окей. Растут. Надо... В общем, давай лопату делать и мотыгу. У меня мотыга где-то была. Я там оставлял мотыгу. В общем, лопата, мотыга и делаем... А, не, у меня мотыга с собой есть, вот железный мотыга. Забор. Чтобы всякие зайцы и прочее. О. То тут светло так нормально, то оно сразу темно становится в доме. Что за херня? Так, как будем ферму делать? Тоже зданием или просто. Давай забор, заборчик. Заборчик сделаем. А, как думаешь? Делать забор? Как делать забор, кстати? Не помнишь? Вот не помню. Там что-то вроде палка, что ли, нужна? А может палка из. Может, надо палка расставить так, палки. Все, понял я, как забор делать. А, ну сделай же забор тогда, я не знаю просто. Так, а где место, место, где будет у нас? А сейчас выберем. Давай рядом с адом, что ли. Между пещерой и адом. А между дырки, пещерой, знаешь, и адом. Тут дырки какие-то, правда. От криперов. Ах. А, во. Ну, и у нас... Сколько там? 27, хотя... 27 забора, я думаю, можно так, еще сделать. Так, еще ведро возьми. Воду перелить. А, ведро это легко будет. Так, мотыгу делать, да? Мотыгу делать. Да, а не, у меня есть одна мотыга, ну хочешь себе. Это что такое? Что-то пролетело, как будто какой-то вертолет, что ли. Я сделаю себе мотыгу. И лопату возьму. О, лопату тебе сделаю. У меня мотыга только. У нас железо, ёханый бабай. О, два яйца. Миха, у нас железо, капец. Много? Нормально так. А нельзя вот эту вот железную... Ой, фу ты.
алмазную вот эту конскую броню переделать в алмазы? Нельзя, к сожалению. Блин, я переделал. А нельзя тебя взять и переделать в алмаз? Нет, к сожалению. Я бы себя переделал. И быстро бы алмазы. Да. О, дачный сезон. У меня тоже есть дачный сезон. Так. Все, мы играем в Майнкрафт ради ачивок. Всем пока. Ферма ВКонтакте. Началась. Ферма ВКонтакте. Пойдем. Да сейчас я. Я вот предлагаю вот здесь. Хотя уже солнце садится, что ли. Ну, если солнце садится... Как-то день быстро проходит. Что-то да. Да, солнце садится уже. Давай немного подождем, я думаю. Где ты там? А вот, кстати, вот сюда. Вот, нет, не, вот здесь, вот видишь, где я стою. А, ну да, в принципе, можно. Тут вроде места много. Ой, да, вода, вода недалеко. Да, да. Набрать вода воды. Есть. Нормально, в общем, давай здесь будем делать. Да, сейчас ночь будет. И можно будет. Блин, у меня так тень, так прикольно ходишь. Блин, я не могу. Представь, что это нормальная графика, это какая была. О, с лошадями там, что они там делают. О. Интересно, да, как они там делают? А как это, мальчик, девочка, кто эти? Петя и Вай. А, кстати, можно будет как-то с помощью пшеницы... Убери морковь, а то там еще. Выходи. А, они что идут, да. Как нажать-то? А эта дверь зачем? А, ходи, нормально будет. А это для нас. Та для лошадей, это для нас. Да-да-да. Как это назовем лошадей-то? Бодя и Влад. Не, у меня будет Василис. Ай! Это что такое? То паук, значит, спаунится, то зомби. Мне кажется, тут слишком темно. Давай поставим факел какой-нибудь. Потому что тут уже неоднократно спаунились. Да, тут как-то слишком темно, кстати, заметил? Да-да-да. Шейдеры нам помогают эти. То, блин, значит, то паук, блин, то... Я сплю. Беспредел. Симлектор заработал достижение «Дачный сезон». Такая картина офигенная, знаешь, ведро такое с лавой стоит и лава. А у меня свинья там внизу, блин. Ладно, пошли, короче, строить наш дачный сезон. Всем привет, и мы играем в... Вау, солнце, класс, отображается. Тут, кстати, луна круче отображается, сразу говорю. Луна вообще круче. Вот эту вот фигню надо будет вообще как-нибудь уничтожить там. Может, яблоко выпадет. Потому что оно уже там... Завонялось, наверное. Такой стоишь напротив солнца. Все. Че ты где? Копал-то? Зачем ты под себя копал? Ты где? Я за тобой прям. А почему под себя? Это ничего. Держи. Тьфу, не то. Спасибо. Спасибо, земля. Спасибо Ubisoft за то, что сделали одновременно взламывать и не взламывать. Я забыл так. Калитку еще сделать, чтобы открывать было. Давай сначала забор сделай. Короче, ставь, короче, забор немного. Ты фу. Мне забор дай. Я забор-то не это. Сейчас я пойду по калитку. Я думаю, где-то там немного забора хватит, или мне кажется, мало будет. У нас вообще мало там... будет, а... мало будет сделано. Ой, как ты заорал тут внезапно. Вот так вот, да, еще. Пойду сделаю калитку. Я вот так никогда не ору. Ой, заткнись. Чтоб я еще. Я орал, ты че? Вспомнил одно видео. Вспомнил одно видео, где там. А у них они смеши мои носки. Я-то не, ну. Ну бывает иногда, ну. Чё поделаешь. Все, калитка сделана. Положу я стекло в сундук. Калитка, калитка. А у меня калитка кончилась. Калитка? Да. О, не это, забор. Да будь немного на всякий случай этого. Деревья? Да. Просто дуба, да? Да, дуба. Хотя бы не надо переделывать его, или надо? Не, там ничего не... Там надо просто... Добыть немного. Нетка ездит. Калитка, малитка. Калитка, калитка моя. Эх, дубов-то уже нету рядом. Да, любой можно добыть. Кстати, да, не хватает вообще.
Уже Да. деревья, знаешь, как мы поселились, тут уже деревьев вообще мало стало. Врубаем леса? Вообще жесть. Кстати, да, если вспомнить Майнкрафт, когда в предыдущий раз играли, как-то все было слишком ярко. Ну, у меня и так сейчас ярко все. Не, я имею в виду ярко, а так немного хотя бы тень есть. Так, значит, сейчас я дерево. Дерево, Так, рыбный суп. 36 штук хватит. О, ну, еще добыть немного. Где ты? Пошли, короче, где-то. О, пошли. Я сейчас сделаю верстак. На, скинул. Нормально, ты скинул, я стою на месте, это еще скинул, Вон оно. как этот Петрович. Петрович. Вспомни этот, как его. Чего? Вспомни это. О! Вспомни Game Dev Tycoon, как Ну, там а, был помню один название ник. моей команды. Моя компания была А может, мы офигенная. когда-то мультиплеер даже снимем, А там ребята. обновления выходили уже, кстати. И, кстати, Много есть. обновлений. Да, и стимовская версия даже есть. Еще такой, знаешь, что я в Steam еще не зашел? Видел этот Game Автомобиль Тайкон. Но там эти обзоры смешанные. На автомобиль Тайкон. Гейм Дейв Тайкон. Я, в общем, тебе еще 16 штук наделал. Не надо мне уже, это перебор. Надо. Петрович, это перебор. Я тебя все равно скинул. О, у меня саженцы пшеницы Так есть. это калитки, блин, я чуть бы калитки не наделал. Хьюстон, у нас проблемы. Так, сажать-то чё мы будем? Пшеница. Дермантин. Романтин. Так, ну я думаю, к следующей серии можно будет уже путешествовать, типа, потому что в этой серии мы так осматривались немного, текстурпак все-таки. Охуеть. Ну ладно, калитка негр, калитка белая, нормально Это все. не калитка, это забор. Ну забор, ну блин, калитка, мне просто привязался слово калитка. Калитка. А чё ты как-то на странную Выруби калитку вот эти идёшь? вот. А, сейчас. Я думаю, немножко подольше сделать. Так как немного за... Подлиннее. И верстак тоже убери. Чё-то как неровно. И вот там вот спереди тоже выруби. О! 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 И прям коров сюда можно. И убивать. Это нужно для профилактики. Сейчас будет прикол, Миха, смотри, смотри. Ну. Тын. О, калитка. Смотри. Тын. Моя чер вот эта, рыжая Стой, 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 калитка. стой, 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 стой. Чё ты хочешь? Так. А вот тут вот будет вход. Как вход? Подожди, где вход будет? Вот, смотри. В Хопа. смысле? А там чё? А там тоже вход. Только другой цвет. Ёпта ты. А ты чё, то есть мы на семена наступать, что ли, или чё? А чё я тут Точно. делаю там за это, за... Эй, надо воду наливать. Ты забыл, как надо делать вообще? Воду надо наливать. Но я не думаю, что она в землю превращается снова. Ой, не та, блин, не та, не та. Вот тут вот пусть будет для прохода одно. Вот одно будет для прохода у нас. Саня, я не мог... А, вот в яму не мог провалиться. Это для прохода, вот, смотри, вот так будет для прохода. А сколько у нас? А Два стоп, прохода? есть идея, ну его в баню Да тут. нафиг, там есть вон проход один уже. Не, Зачем? я думаю сделать ближе к воде, чтобы не бегать туда-сюда. О. Вот тут вот сделать, чтобы к А, воде ну не... да, и как раз и нормально Вот все. тут вот, где... А, это... Тут, блин, тоже получается, значит... Где бы сделать? О, вот тут вот самое то. Саня, что делать? Я могу чихнуть. А... А, не хочу чихать. На записи. Ну а ты закрой нос и не пчихай. Не, вроде перестал хотеть. Купи комп. Вот тут вот не... Хотелось бы. Тут во, тут проход. Где проход был? Блин, а во. Тут нельзя, тут нельзя. Тут нельзя, А, Миха, тут проход. ну, Одно закрыл, окно, одно... О, вот да-да-да, вот так нормально. вот будет.
Нельзя, Ты нельзя. смотри, а то нам как-то ходить надо будет. Ой, это тоже калитка, но тоже нельзя. Так. О. Так, тут все у меня с моей частью работы. Ты что-то эту не залил. Соседнюю. И так Чего? вода переплескивается. Прикольно, да? Как будто желе такое. Я потек. Ладно, нет, я поплыл, все. Я не говорил ничего. Извращенцы. Я просто плыл, нормально все. Заткнись, я прошу, Миха, я не могу. Я теперь играть не могу. Ну что делать-то? Ну, представим, что я ничего не говорил. Вырежешь потом. Не знаю, ладно. Может потому что ты потёк. Ну вырежешь, ладно потом. Я не буду вырезать. Я не буду вырезать, но ты вырежешь. Я не буду это слушать и вырезать. Чтоб быстро мне все вырезал. Заткнись, я не могу уже. Пишите ваши предложения по поводу Майнкрафта. Возможно, кто-то еще знает замечательный мод какой-то. Может быть. Ну, кстати, там много кто писал про моды, я не знаю, наверное, по-любому знает. Ну, какой-то мод. Но мы не будем проходить мод, там, например, если там очень изменяет геймплей. Не будем такое делать, потому что я думаю, это не надо. Мы будем проходить, который изменяет почти геймплей, это... Марс. Галактика. Ой, Галактика. Марс. Марс. Там и Марс, и Галактика. Там все. Далекая в далекой галактике. Сейчас пойдем спать, в общем. Ай, ё-моё, я в воду протопился. Ты тоже потек? Нет. Тут одна, да, калитка получается. Пойдем спать. Сейчас, я быстро доделаю. Ну тут прям чуть осталось. Калитку закрыть надо. Перед уходом закрывайте калитку. Потом решим, что нам садить. Что куда. Ой. Так, стоп. Стоп. Что такое? Запутался. Ладно, оставлю. Это что тут? Я пошел. Калитка? А, нормально. Кстати, я уже привык как-то. Ну да, я тоже примерно. Ну, к небу еще не могу привыкнуть. Небу. И к луне. Когда она такое Джордж отображение Клуни? На воде. Даже... Ой. Жан Клуни. Кони шевелится там. Жан-Клон Ван Дум. Жан-Клон Ван Дум. Как это блин? Сигал, Стивен Сигал. Еще примерно пару минут и мы заканчиваем серию. Так, ну что, пошли, что-то посадим что-то. Давай смотреть, что у нас есть. У нас есть семена пшеницы 64 штуки, и дофигища пшеницы есть просто. Пшеница, так, пшеница, это я раз. Я беру пшеницу тогда. Так. Смотрим есть еще, что там. Есть пшеница, пшеница. Так, пшеница одна какая-то. Перо. Арбуз я там садил. Морковка. Картошка у меня только жареная, кстати, жаль. Нам нужна картошка нормальная. Картошка. Картофель есть, есть нормальный. Один есть картофель. У меня две штуки. Сколько пшеницы, ёханый бабай. Вот дофигища пшеницы. Сахарный тростник вроде бы не надо, морковь надо. Это не... сахарный тростник, это надо... А где? На пустыне уже только растёт, да? Да-да-да. Так, нам главное сейчас это... А, кстати, я, может, знаю, кого вам на картошке стыбзить. А во, есть нормально. Есть 10 картошки есть? Нормально. 10. Нормально. Хватит, я думаю. Что-то мы ворошу с собой такие. Пойдем, садитесь. У нас давно не было этой фермы. Да, последняя была ферма, когда твоя собака топтала всю, блин. К сожалению, потом... она умерла. Да и хрен. Пошел нахуй. Так. Вот кролик сочный, это понятно. Здесь будет картошка вообще, вот тут вот. Когда погиб кролик сочный о, в одной картошка. Серии. Которую можете какой увидеть. Жрать картошку? Ты что делаешь, хулиган? Так, ты где картошку сам можешь сажать?
Будем с тобой потом картошку копать. О, картошка. Все, картошка полностью. Ну тут значит немножко моркови. Раз. Раз. А тут нельзя. Тут какой-то Михаил побыл. Да? Надо вам А указать. почему здесь нельзя? Кстати, Не странно. знаю. Какая-то земля странная. О! Все, можно. Тут немножко. Как неудобно против течения. И не говори. Надо поумнее сделать. Вообще тут будет чисто морков. А если посадить аскинарост? А чё, это посадить можно? Наверное. Посади. Мне кажется, ничего не вырастет. Все, вот тут вот у нас будет чисто вход. А мне как выйти? А вот тут можно сделать вот так вот. О. Нормально будет. Ой, тихо. Аккуратно надо. О. Ой, как красиво. Прям И будущий вода как будто. еще, и вода еще такая, блин. Знаешь, как будущий как будто какое-то, блин. Это на прошлое похоже на будущее как будто. А. Ад, это ад! Это ад, видишь, написано ад. Нормально. Чтоб мы зна... Ты что сделал-то? Это идол. Удачи. Хрен Смотри. с тобой, я с ним дружу. Что ты делаешь? Все, я просто взял и все разрушил. Все. Вот тебя все художники сейчас должны дизлайк поставить. Художники! Да, художники. Ну, художники, скульпторы. Такую красоту сломал, бляха-муха, а? Какое говно поставил. Пойдем к этим, к жителям. Во, в воде так прикольно. Так все размытое немного. Хоть так что ли поставлю? Бесстыдник вообще. Столько трудов этот кактус было ставить. Ну что, Миха? Ну иду я, иду. Идешь к жителям? Иду я, прям иду. Какая-то пустыня очень светлая, аж прям глаз. Отражается солнце прямо от с этого песка. Сильно. Что ты делаешь? Ты немного им помог. А, ну ладно, тогда тоже помогу им. А там мне что, продают новое, не? Вряд ли. Хоть бы кто-то масло продавал. Блин, что-то они мало садят. Ну ее. А что иногда, по-моему, вообще даже не посадили ничего. Да вы мало садите! Бояре идут. Бояре зайдут собирать. Те. Не Вообще буду ничего тогда нету. их разворовывать. Нажми F1 просто. Ничего нету. А. И дед в меня вошел прям. СТП. Здесь мод СТП на Подожди, это Майнкрафт. вторая серия, да? Какая вторая серия? А, это первая, да? А какая первая серия вообще? Ну, блин, в общем, мы еще не записывали на сегодня вторую серию. А, ну да. Что-то у меня дом не прокрутился, что, блин? У меня тоже такое бывает, кстати. Блин, прям на осьминога упал. Не надо его На. не надо У него его чернила, убивать. кстати, Он чернилом красивый. он сделал будет написать что-то, кстати, Ну можно и будет. фигли, что там будешь писать? Он плавает Напишу, хорошо. например, Напиши посвящаю арбузы. своей бывшей собаке. Тихо, арбузы растут. Да какая собака еще? Кролик, вот сочный кролик самый лучший просто. Сочный кролик. Смотри на куриц, как они плавают. Отражение На такое них еще какие-то есть. дебильные курицы по Смотри, воде еще плавают. отражение такое. Да. Ах, вы задолбали меня как. Ну идите сюда. Мотыгай, Зачем пожопник. они На! красивые? Смотри на них. Теперь три. Будь. Смотри. Ты бил, как это со стороны выглядит? Я в шоке просто. А ну можешь показать мне? Как это, типа, как Возьми это? мотыгу и бей их. А, Так. сейчас. Мотыга. Они, наверное, подохнут, пока я сейчас буду. Убил! Блин, он вырос. Видишь, как это? Капец. Нормально, да? Ну что ж, мы Разрыка. Ой. продолжим в следующей серии.
С вами был Миха Электрик и Саня Дарк Драгон. Саня Дарк Драгон. И Миха задохнулся. И сдох. Не надо, у меня 21 хп. Ой, 21 уровень. 21 хп.